Меня зовут Александр, и это моя история. Хочу рассказать вам о том, как мне приходится добираться к разным необходимым мне зданиям в моем родном городе, Хенчеште. Из дома я выхожу при помощи лифта, который построил мой брат. Это единственный лифт, построенный в нашем городе. Он абсолютно удобный и безопасный для меня. А дальше мой путь лежит в город. Закон, принятый 1 июня 2007 года, а именно доступность зданий и построек для людей с ограниченными возможностями, абсолютно не соблюдается в нашем городе. И в этом видео я хочу показать, насколько возможно самому, без чьей-либо помощи, попасть в какие-либо учреждения. В некоторых зданиях построены пандусы, но они абсолютно бесполезны. Из-за большого угла наклона на них просто невозможно забраться. Из-за высоких бордюров к некоторым зданиям вообще нельзя подъехать. Аптеки оборудованы двумя шинами, по которым на абсолютно любой коляске нельзя будет заехать, даже с чьей-либо помощью. Некоторые пандусы сделаны из плитки, на которой просто скользишь. И подняться невозможно. Некоторые пандусы сделаны слишком узкими, и мне было просто страшно на них заезжать. Можно было с легкостью соскользнуть с них или перевернуться. Мэрия, дом культуры, банки, аптеки почти везде оборудованы шинами, но они сделаны под таким наклоном, что даже абсолютно здоровому человеку по ним не подняться.
Но есть пандусы, сделанные по стандартам, по которым можно свободно и легко попасть в здание. Но таких очень и очень мало в нашем городе. Поликлиника, я считаю, является одним из самых важных зданий, которое должно быть оборудовано пандусами. Но, к сожалению, администрация нашей поликлиники так не считает. Я буду бороться с этой несправедливостью в нашем городе. И прошу, все, кто смотрит это видео, не опускайте руки. Возможно, вы именно тот человек, с которого начнутся перемены, и который изменит нашу жизнь к лучшему.